Дебби наконец-то закончила субботнюю уборку. А мама не дремлет. Все должно быть идеально чисто. Так, ревизор выходит на охоту. Перфекционизм во всем. Вот ее главный девиз. У Пыли просто нет шансов. Мам, ты это серьезно? Милая, за картиной тоже нужно убрать. Да уж, делать нечего. Мама просто так не отстанет. У Дебби появился новый парень. Самое время показать Адаму свои лучшие фото. Это селфи я сделала на прошлой неделе. Нравится? Вау, ты просто красотка. О, у Дебби гости. Мне срочно нужен ее детский фотоальбом. Там такие милые снимки моей малышки. Да уж, ничто не предвещало беды. Я вам не помешаю? Все в порядке, милая? О, нет, только не это. Ну почему ты всегда так делаешь? Перестань, родная. Ну разве она не милашка? Посмотри, какие щечки. О, нет, я сейчас сгорю от стыда. Она здесь такая забавная. Дети так быстро растут. Ну вот, эти двое смеются надо мной. Отличный вечерок. Самый долгожданный момент. Наконец-то. У Дебби день рождения. Время дарить подарки. Досчитай до трех и открывай глаза. С днем рождения, дочка! Счастью нет предела. Обожаю подарки. Это же новый айфон. Я так люблю тебя, мамочка. Эй, это что, поп-ит? Сюрприз. Правда? Здорово. Давай поиграем вместе. Разочарование века. А маме, похоже, весело. Какой романтический вечер. Эти цветы я собрал специально для тебя. Вау, этот парень точно в нее влюблен. Адам так смущается, когда смотрит на Дебби. Самое время закрепить отношения первым поцелуем. Но погодите, что? Мама, а ты что тут делаешь? О, дорогая, я нашла твои детские поделки и просто не смогла устоять. Правда, они смешные. Дебби их слепила, когда ей было 5 лет. Ну вот, мама опять все испортила. Кажется, эти двое и не думают прекращать. Да что со мной не так? Дебби, извини за беспокойство. Да, мамочка, что случилось? Могу я взять немного денег из твоей копилки? Конечно, бери. Спасибо, милая. Так, аккуратно, ювелирная работа. Делай уроки, не отвлекайся. Эй, что происходит? Дебби, я возьму еще немного. Не обращай на меня внимания. Мама! Я же коплю на новый велосипед. Но маму не остановить. Эй, я все вижу. Ничего, я возьму всего пару купюр. Мама! О, нет, моя любимая копилка. Вдребезги. Ее уже не починить. Дочка, прости меня, я не хотела. Ну вот, даже не склеить. Что ты наделала, мама? Не расстраивайся. Мы купим тебе новую копилку. Вау. Что бы такого надеть? Извечный вопрос любого тинейджера. Может быть, это новое платье? Как думаешь? Подруга плохого не посоветует. Отличный выбор. А мама, кажется, что-то задумала. Осталось только взять рюкзак и можно идти. Девочки, я с вами. Что? Мама надела такое же платье? Мы как сестрички. Правда, здорово? Да уж, выглядит очень забавно. Пора идти. Вперед. Ой, это же новый знакомый Дебби. И похоже, что между ними пробежала искра. Мама знает, как спасти ситуацию. Нужно выглядеть на все 100. Оу, явный перебор с материнской заботой. О, нет, он ушел! Мама, это все из-за тебя! Милая, подожди! Дебби обожает мыть посуду. Добавим еще немного пены. Эту идиллию может прервать только мамин звонок.
как не вовремя, потом перезвоню. Но мама так просто не сдается. Она будет звонить, пока дочь не возьмет трубку. Мать! Ну хорошо, хорошо. Ой, экран разбит. Мама! Время за прогулкой с подругой бежит незаметно. Интересно, который час? О, нет. Я вот-вот опоздаю домой. И маме это точно не понравится. Мне надо бежать. Увидимся. Вот это скорость. Осталась одна минута. Фу, кажется, успела. Юная леди, вы наказаны. Мама сурова как никогда. Посмотри на часы. Ты опоздала на целую минуту. Ты наказана. Иди и убери всю квартиру. Всего-то одна минута. Ну разве есть в этом мире справедливость? Поход в салон вместе с мамой может обернуться катастрофой. Особенно, когда мама знает, как лучше. Непрошенные советы. Нет, спасибо. Да нет же, нужно расчесывать вот так. Аккуратно. О, нет, мама. Прекрати. А знаете что? Вы пока отдохните, а я сама все сделаю. Что ж, желание клиента – закон. Обещаю, ты будешь в восторге. Еще немного? Та-дам! Ну, как тебе новый образ? Мы похожи, как две капли воды. Вот что я имела в виду. Она просто прелесть, правда? Держите чаевые. Не стоит, мэм. Мама счастлива. Чего не скажешь о Дебби? Да, ну и парочка. Мама хочет купить Дебби новое платье. Выбирай любое. Какое тебе нравится? Пожалуй, я примерю их все. Мама, ты готова? О, какой цвет! Правда, мне идет это платье. Дай-ка я на тебя посмотрю. О, примерь-ка другое. Мамочка, мне так нравится. Давай его купим. О, милая, нет. Следующее. Ну вот, маме не угодить. Осталось всего одно платье. Решение за мамой. Платье мечты. Оно идеально. Малышка Дебби в нем просто светится. Сколько? О нет, нам оно не по карману. Милая, переодевайся. Так, значит, мы не купим этот наряд. Купить, может быть, и не купим, но... Немного ткани и маминого мастерства творят чудеса. Шик! Дебби точно понравится. Платье, сшитое теплыми мамиными руками. Что может быть лучше? Семейный ужин в ресторане. Ваш заказ? Вкуснятина какая! Пальчики оближешь. Что это? Блинчики? Я не буду это есть. А как насчет фруктов и овощей? Как сложно жить, когда мама – фанат здорового питания. Мне нужно припудрить носик. Я скоро вернусь. Похоже, в этом ресторане не слышали о вкусной еде. Алло, служба доставки. А вот и ваша еда, мисс. Какое счастье. Наконец-то нормальный ужин. Прощайте, салаты. Да здравствует фастфуд. О, нет. Дебби, картошка фри. Кола? О, да, это так вкусно. Просто попробуй. Ну уже, угощайся. Дорогая, ты такая упрямая. Бургеры Дебби готова есть без остановки. Дай-ка я тебя вытру. Кола закончилась. Закажу еще. Будьте добры, еще одну. Одну минутку, мисс. Самое время наставить дочь на истинный путь. Она потом еще спасибо скажет. Эй, а где моя пицца? Кушай овощи, милая. Ну вот опять эта зелень. Да, мама. Время для серьезного разговора. Адам хочет сказать что-то очень важное. Мы расстаемся? Этого не может быть. Дело не в тебе, дело во мне. Извини, Дебби, пока. Как же так? Нет, я не хочу в это верить. Мама очень вовремя. Ох, детка, иди скорее к маме.
Не плачь, милая. Вот так. Да, что бы ни случилось, мама поддержит в любой ситуации. Понравились наши скетчи про маму и дочь? А ты слушаешься своих родителей? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти все самое интересное на канале Трум-Трум Вау!